Ага, и вы пришли. Хочу в туалет. Не заканчиваются ее дела. Ну как? Успокоился немного? Что ж, тогда я вручу тебе это. Что это? Приглашение твоей дочери? Что за приглашение? Приглашение на день рождения. У Эхи был день рождения? Нет, день рождения ее одноклассника. У кого с класса? У Марджана? Нет, она в жизни не пойдет. От меня требовалось сказать, ты сам решишь. Давай я тогда убегаю. Куда это ты? Деньги потерял, что нам стакан воды попить? Что мы будем делать? И правда. Нас обманули. Что? Вас обманули? Вот влипли. Ну и кто вас надул? Я кое-что скажу. Вы обманщики, но как вас обманули, я не знаю. Не смейся. Я этого не смогла понять. Посмеяться хочешь? Тогда смейся всю жизнь. Иди нет, сюда. Нет. Вот тут, вот тут. Ну что, обманули нас? Стой, стой. Кушай, не рассыпая крошек. А ты дай тарелку тогда. Какую тарелку? Может, тебе еще и стол накрыть? Тарелка на тарелке, справа вилка, слева нож. Подсвечник, скатерть, хотели бы? Ты преувеличил. Притяни это к себе и не рассыпай. А когда мы приедем? Время. Смотри, ты вчера со мной не разговаривал. Хорошо. Я пойду на этот день рождения. Нет, Уйкю. Еще и брат Саугуру рассказал, будто бы я его больше люблю, и он придет и убедит меня. Значит, меня больше любишь. Не меняй тему. Ты не пойдешь. Почему это не иду? Что тебе делать на дне рождения Марджана? Что ты будешь делать? Ну, не одна же я иду, весь класс идет. Ну и все, ты не идешь. Точка. А ну, мои друзья идут, говорю же. Не зли меня, если твои друзья скинутся, ты можешь скинуться? Ну, я пойду. Ой, Кью, ты не пойдешь. Пойду. Не пойдешь. Пойду. Нет. Пойду. Ой, Кью. Демир. Ой, Кью. Демир. Я тебя никуда не отведу. Тогда скажу брату Угуру, она отведет. Да, отведет тебя брат Угур. Он озабочен освобождением своих денег. Куда он отведет? Скажи, сидит Жандан, она точно отведет. Ты сначала себя в школу отведи. То и дело, болтаешь, быр-быр. Даже хлеб не доела. Давай. Ты еще не закончила кушать? Опаздываешь в школу. Я пойду на день рождения Мирджана. Нет, я говорю тебе, не пойдешь. Пойдешь на другой день рождения. Почему я не могу пойти на Мирджана?
Ты никак не замолчишь, да? Нет. Хорошо, иди. Проведу до двери, я от двери заберу. Не заставляй меня разговаривать с матерью этого парня. Хорошо, спасибо. Хорошо. Хорошо. Что случилось? А что я надену? Я-то думаю, что она говорит. Что ты оденешь? То же, что и всегда. Но все одевают платье. Пришел твой брат Угур. Поговори с ними, разберись, потому что с меня хватит. Доброе утро. Доброе. Сестра Джан-Джан. Как вы? В порядке. В порядке. Случилось что-то плохое? Нет, нет, ничего плохого не случилось. Даже очень кое-что хорошее. Я стала вашей соседкой. Как? Как это? Дом был продан, вы знаете, и я пока не нашла места. Подумала и решила прийти сюда. Ну, правда? И чтобы быть ближе к вам, то есть к Койкю. Подумала, что это хорошая идея. Ну, вот тут, прямо рядом. Сестра Джан-Джан, я поверить не могу. Тогда добро пожаловать. Я рада видеть. Давай тогда сразу же посмотрим. Видишь, она пришла. А ты почему не идешь? Давай, ну же, ну же. Вот так, пока я не нашла дом, я решила быть ближе к Койке. Понял. Я удивился, но... Отлично сделали. Хорошо получилось. Я вам смогу помочь. Например, могу присмотреть за Койке, пока вы на работе. Будет супер, сестра Джан-Джан. Брат Угур вообще не умел играть в игры. Кто такой брат Угур? Никто, мой друг. Неважно. Койкю, я заберу тебя сегодня из школы. Можно? Мы вместе поедем к молнии. Ура! Поедем к лошадкам. Ну, если, конечно, твой отец разрешит. Да, конечно, я разрешу. Но нужно записать ваше имя в школе, чтобы потом не было проблем. Зачем? В смысле? Учительница разозлилась на брата Угура. Мне очень интересен этот брат Угур. Нет, нет, ничего, он забирал однажды, но... Давай, доченька, мы пришли в школу. Иди, давай. Увидимся. Увидимся. Поцелуйчик. Каждое утро так делаем. Увидимся. А отца не поцелуешь? Увидимся. Хорошей учебы. Увидимся. Хорошо, Минджан, не забудь сообщить. Увидимся, увидимся. Сестра Джан-Джан. Как прошли уроки? Предметы были очень легкими. Ты готова пойти к молнии? Конечно же, готова. Сестра Джан-Джан, я очень соскучилась по молнии, я очень взволнована. Она тоже по тебе очень соскучилась. А пробок немного, поедем на ферму, пока не поздно. Хорошо? Хорошо. Кстати, Ойки, пойдем к Мураду. Мне нужно купить лекарства для молнии. Сестра Джан-Джан, эти таблетки не продаются где-нибудь еще? Эти лекарства немного трудно достать, милая, поэтому мне нужно взять их оттуда. Ну, хорошо. Мурат хороший человек. Ну, хорошо, он может быть хорошим, но он отнесся плохо к моему папе. Ты права, он был немного грубым. Алло, Мурат, мы пришли, где ты? Хорошо, мы ждем в твоем кабинете. Мурат,
Как ты сегодня? Уже лучше. Давай подготовим тебя для биопсии. Что? Я буду здесь через 5 минут, не бойся. Не бойся, да. Сестра Джандан, мне срочно. Мне нужно в туалет, я спешу. Госпожа Джандан. Господин Ихсан, здравствуйте. Спасибо, вы как? Мы в порядке, ему рады навести, должны быть. Он знает. Учитель Лиса, можете посмотреть? Я хотел поговорить насчет больного из 412. Сейчас приду, до встречи. До встречи. Поднимемся. Джандан? Привет, Джандан, как дела? Хорошо, ты как? И я в порядке. А где Уйкю? Уйкю туалете kadar gitti, gelecek şimdi. Уйкю, как дела? Какие новости? Хорошо. Пойдемте в моем кабинете, выпьем чего-нибудь. Нет, это я по молнии очень соскучилась. Пойдем сразу. Хорошо, можно пойдем. Тогда лекарства. Спасибо, Мурат. Не неси ерунды, это я благодаря тебе. Ты так интересуешься молнией. Как будешь выходить из поместья, набери. Очень беспокоюсь за нее. Хорошо, я сообщу. Ну, пошли, Уйкю, не будем задерживаться. Давайте увидимся. До встречи, Уйкю. Увидимся. Передавай привет молнии, хорошо? Можно, можно, я передам. Перемешаешь, сестра Джандан? Перемешаю, Уйкю. Ну, давай, ты помоги, только хорошо, чтобы лекарства хорошо помогли. Сестра Джандан, молнии же поправится, так? Поправится, поправится, ты не беспокойся. Через пару дней придет в себя. Я ее очень люблю. Очень красивая, ты права. Да, молния очень красивая. И очень быстрая. Пусть поправится. И будет готовиться к соревнованиям. Она похожа на чемпиона Болди. На кого? Соревнующаяся Болди. Молния, как и она, быстрая. Но немного нервная. Раз ты так любишь коней, я могу теперь сказать историю Болди, или вместе почитаем. Да, я очень заинтересована. Хорошо, но сначала эту тему с лекарством надо решить, ладно? Хорошо. Я тогда приберусь здесь. Прибери, и потом выйдем. Алло, Мурат, ты свободен? Я сегодня приступила к лечению. Ну, продлится дня 4. Надо дня на 4 лекарств. У тебя найдется? Ну, хорошо, супер. Хорошо. Нет, тебе не надо везти. Я завтра приеду и заберу у тебя. Хорошо, спасибо, до встречи. Легкой работы. Все? Ну, все хорошо. Я завтра это принесу. В день 2 штуки будете смешивать. А с водой перемешайте, дадите. И пусть каждый день кушает. Хорошо. Встань поближе, я вас фотографирую. И еще приблизься. Улыбайся. Очень красиво вышло, посмотри. И вправду очень красиво. А ну, пойдем. До встречи, молния. Нет, видимо, сестра Джандан. Ты проходи, Уйкю, я наберу твоему отцу. Ночка? Ночка. Алло, господин Демир. Да, госпожа Джандан. Здравствуйте, мы с Уйкю пришли. В моей комнате не беспокойтесь. Хорошо, я в дороге, но могу немного опоздать. Хорошо, хорошо, никаких проблем. Мы с Уйкю развлечемся. Хорошо, очень благодарен.
До встречи. До встречи. Ну не говори с чужими, слушай уроки, одна не входит с учебы. Молодец, повторяй себе. Ты не забыл, что мы после школы идем на вечеринку дня рождения? К сожалению, не забыл. Хорошо, пока. Увидимся. Ойкин? Чего тебе опять, Элайда? Ты идешь на вечеринку? Да. Купила, что наденешь? Или ты так пойдешь? Тебе-то что? Я бы на твоем месте, если бы у меня не было бы что надеть. Вместо того, чтобы опозориться, не приходила бы на вечеринку. Ойкю. Ты забыла это. Заставляешь меня за собой бегать. Благодарю. Не буду. Что значит не буду? Я не пойду на день рождения. Что ты сказала? Не пойду. Что значит не пойду? Ты ведь меня доставала. Пойдем, пойдем. Вот так. Держи. Что это? Держи, посмотри. Смотри. А мне открыть? А какое оно красивое! Очень красивая. Это я действительно надену? Спасибо большое. Стой. Что? И на это посмотри. Очень красиво. Ну, очень красиво. Спасибо большое. Хорошо, хорошо, стой. Что за сентиментальность-то? Собери это все, быстрей. Ну тогда мы сделаем так. Мы сразу же отсюда пойдем в пансион. А потом я переоденусь. А потом мы пойдем покупать подарок Мерджану. Что сделаем? Пойдем покупать подарок Мерджану. Никогда в жизни я этому парню подарок не куплю. Но у него день рождения. Он для меня родился. Я свои подарки тебе купил. Не буду я ему подарок покупать, пошли.
Купим. Нет, не купим, пошли. Мы не можем пойти без подарка? Можем. Купим, ладно. Нет, не купим. Нет, купим. В классе у тебя сколько друзей? Почему именно к Мэрджану на день рождения мы идем? Почему не на день рождения к другим друзьям мы не идем? И почему у Мэрджана сегодня? Ты к другим разве ходила? Не понял. Давай, хватит собираться. Выхожу. Это что? Ты действительно девочка? Стой, я же ничего плохого не сказал. Ты стала такой... Какой? Сладкой. Действительно? А ты можешь мне молнию застегнуть? Ради этого Мэрджана столько... Погоди, волосы застряли. Мои волосы. Я же говорил тебе, давай обрежем волосы. Нет. Хорошо, стой. Все, давай, выходим. Нет, я еще прическу буду делать. Что? Я еще прическу сделаю. Волосы нужно заплетать. И заколками собирать. Хочешь, пойдем в парикмахерскую? Сядь, я буду делать прическу. Хорошо, давай я сделаю. Нет. Что? Я знаю, как ты делаешь. Не стоит, хорошо? Хорошо, делай сама. Ой, Хью, давай, выбирай уже. Выбираю. Это как? Очень красиво, давай. Бросила все это сюда. Давай. Ну уже. Минуточку. Хорошо. Надевай это. Благодарю. Не стоит. Прошу вас, миледи. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.